С этой песенкой именно я, так сказать, поступал в рок-кабаре в 2003 году, будучи совершенно неуверенный, что я поступлю. Но реакция была Алексея Алексеевича неожиданной для меня теплой. Называется «Среда обитания». Песенка посвящается моему отцу. Вот живет человек на обычной планете, на которой чуть что крики, воздух или обстрел. Он немного устал, но по-прежнему светил, хотя сам не заметил, как постарел. Три четверти века, как три четверти часа, вспоминается жизнь, или просто мечтается, или видится летний сон. Огородом тропинка, белые вишни, отче наш без запинки, старший братишка, и повсюду июньский птичий звон. Вот живет человек на обычной планете, на которой ни дня без войны, без катастроф. Телевизор приносит вечером вести, это вести с полей, с лодки боев. Он ставит чайник на газ, выправляет очки, вспоминает тот час, летний день у реки, пацаны с перекопа, майки узлом. В лужах после разлива щука и леща в семейном буфете, каждую вещь чашки с ноликом за толстым стеклом. Планете его пять океанов, пять островов, не счесть рек и лесов. И приходит весна, так ведется от века, и реки выходят из берегов. Разливается Волга опять до порога, пацаны на плотах, индейских пирогах. Вот приходит из церкви мать, а отец по привычке смотрит газеты на портреты вождей, рабочих портреты, и бросает газеты в сердцах на пол опять. Мальчишки подымут с пола газеты, и латухи взлетят к солнцу и свету на бечевочке тонкой, тугой. Ну а сами глядят, все глядят на земле, как по небу летят бумажные змеи.
над планетой.